Давайте посмотрим, какие новости были в Avon в 1998 году. Вот сразу видно, что были такие цифровые. Фотоаппараты отсутствовали, были аналоговые. И камеры. Вот. Может быть, кто-то в те годы работал. Помните, тогда была Мария Герасёва коммерческим директором. Ездили на теплоходах. Тогда еще вот, Владимир Борисов был директором по логистике и долгое время потом продолжал им являться. Вот как много с тех пор ушло. Тогда ездили в Лондон победители программы. Татьяна Переснева уже тогда работала. Это вкладывалось в заказ каждому представителю. И тогда вот начала работать в высокой должности Нина Шлыкова. Потом ее провожали. У меня есть отдельное видео на канале. Ну, уже возраст был у Нины Ивановны большой. Тут даже какой-то гороскоп печатался. Спасибо за внимание.